Историю простого чернокожего парня, грабителя, угонщика и убийцы рассказывает анимационный фильм, созданный по мотивам игры Grand Theft Auto San Andreas. Фильм, созданный студией Machinima, объединяющий геймеров, делающих анимационные фильмы на графических движках полюбившихся компьютерных игр. Фильм служит своего рода прологом к San Andreas и поэтому назван просто и без затей. The Introduction – вступление. Introduction рассказывает о приключениях главного героя, чернокожего бандита по прозвищу CG в Либерти-Сити, о ключевых фигурах организованной преступности города и преступлениях, совершенных коррумпированными офицерами из городской полиции. Анимационное вступление к San Andreas будет издано компанией Rockstar Games на DVD. В комплекте с фильмом будут поставляться и два компакт-диска с избранными композициями из саундтрека игры. Компания намерена выпустить отдельным изданием и весь саундтрек целиком. Он займет целых 8 дисков. Напоминаем, что Grand Theft Auto San Andreas стала одной из самых продаваемых игр в истории игровой индустрии. И как всегда напоследок, интересный сайт, на который мы рекомендуем вам заглянуть самостоятельно.